мы сейчас с вами пройдемся по набережной Газовиков и покажем вам ледяные скульптуры. Вот. А это 2004 год, напоминание. Вот, не знаю, сказочный герой. Мне кажется, это шкатулка, которая полностью еду-то давала. Мне кажется, это вот у... Ну, не знаю я. Мне кажется, что это она и есть. Я не знаю, что это за сказочный герой. Мне кажется... Слушай, это же из мультика «Три богатыря». Одна из невест Олеши Поповича, нет? А, похоже, да. Похоже. Так, может быть, они все на эту тему? Может, там все-таки не Петушок, а это как его? Тоже из мультика. Знаю, но сейчас вот это у нас второй только герой. Очень похоже. Так, ну это похоже на лису, что ли. Не очень понятно. Вот лапки. Вот это, наверное, хвост шикарный. А вот это что такое? Ну-ка, это что такое? Подожди, в лапках держит что-то. Сыр! А, сыр, сыр держит в лапках. Вот он, богатырь. Кто из трех богатырей здесь? Добрыня Никитич. А, да, Добрыня Никитич, да. Так, ну это у нас Дед Мороз и Снегурочка. Ой, какие... Красивые на фоне елочки. Что она такая в руке тут держит? Не понятно. Понятно, что держит такое. А, птичка, птичка. Точно. Птичка. Дед Мороз за посох. Стукнет посохом. А почему Снегурочка без глаз? Так, ну а тут башня. Крепость. Опа. Алёша Попович. А, да, вот Попович. С глупым лицом. Да, вот его физиономия. А что? А, это поганка. Поганка вообще. Точно, это мультик. Вон справа, видишь, поганка. Так нарисовали, прям вообще правдоподобно. Да, вообще классно. Даже из-за льда надо было сделать лицо, как в мультике. Да, один в один. Такие молодцы, конечно, скульпторы эти. Ну, это все не картина, это выпилить надо было. Да, да, да. Да, избушка на курьих ножках. Только я не помню, что в серии была избушка на курьих ножках. Может, тут уже какие-то другие сказки пошли.
Так, а это ползалки детские. Где? Не видно где. О, горочки. О, это дракон. Вот он. Видишь, лицо, крылья, хвост дракона. Горочка такая сделана. Сейчас ускатимся. Ой, с горочки. На коленки. Поедешь? Нет, не поеду. Не поедешь? Ну, как вы поняли, относится к мультику «Три богатыря».